Как мне нравится быть плохишом. Жаждете правды? Глотните истины, Склэр Уотерс. Итак, Альбион — это новые копы? Не думаю. Они не закон. Они ставят себя выше него. А почему нет? Кто их остановит? Скотланд-Ярд? Я вас умоляю. Полиции больше нет. Только охранники с одной стороны и солдаты с другой. Твоя жизнь.
Как дела, друг? Да, все по-прежнему. Снова приперся Альбион, вечно сует свой нос куда не надо. Как по мне, они напрашиваются. Вот и я о том. Не знал, что это альбионовский участок Bethnal Green. Приходят, говорят нам, как надо работать. Такое ощущение, что они тут хозяева. И будет только хуже. Ребятам в опинге они уже присели на мозг, объясняют, как правильно водить катера. Бред какой-то. Помощь. Помоги ей выбраться. Подозреваю, что беднягу решили примерно наказать. Положен ли тебе справедливый суд, решает Альбион. Хорошо, что ты всегда готов помочь. Все так. Пока. Вот и все. Вы покончили со всеми целями в рамках борьбы с Альбионом в Тауэрхамлетс. Молодцы. Превосходно. И люди обратили на вас внимание. Один парень просит помочь ему убедить жителей района поднять восстание. Предлагаю с ним встретиться. Конечно.